Всем привет! Я хочу поделиться с вами своей очередной посылочкой. Это пришел заказ курьерской службы из интернет-магазина «Подворье». Вот такие две штамповые елочки, два прелестных чупа-чупса. Вот. Этот заказ были сделаны ноябрь-декабрь 2021 года. Вот так, значит, вот эта вот елочка прелестная, ой, очень давно хотела ее, прям вот охотилась за ней. Это так, ну, честно говоря, непорядок. Я смотрю, оставили без бирочки. Ну, я знаю, что это елочка медуза, полное ее название — ель колючая медуза. По-моему, так. Ну, конечно, я очень... Мне, конечно, не нравится, что, во-первых, эти два саженца... Ну, здесь, во-первых, без бирочки. Ну, как бы, ну, достаточно, я скажу, не очень хорошо. Особенно для саженца, ну, с такой стоимостью. А стоимость не дешевая, сами понимаете, у штамбовых форм хвойных растений. Во-первых, они также мне пришли без палочек, без поддержек. А это, соответственно, ну, не упрощая транспортировку. Вот. И вот то же самое, да, вот такой штамп, примерно 115 сантиметров. Вот, и тоже без палочки. Вот эта палочка, это уже я сама ее нашла у себя, там привязала как смогла, чтобы хотя бы, ну, хоть как-то обезопасить и перевести, да, столь высокий штамп к себе на дачу. Ну, это тоже, конечно, безобразие, я считаю, потому что саженцы не дешевые, в среднем где-то, причем со скидкой, я хочу сказать, в 2021 году, ну, примерно обошлись мне, ну, в среднем где-то каждый там по 4500, какой-то там 4700, какой-то там 4300, где-то вот так вот. Вот, и это с учетом скидки, я хочу сказать, что в Подворье у меня была постоянно скидка 15%, сейчас Подворье эти скидки отменил, вот, ну, в связи с всем известной ситуацией. Вот, хотя, конечно, у нас доллар и евро хорошо назад откатились, очень прилично, буквально там в 2-3 раза. Ну, это не помешало интернет-магазину оставить там достаточно бешеные цены. Сейчас вот такая елочка стоит примерно где-то около 9 тысяч. Ну, то есть, сами понимаете, да, 4,5 и 9. Вот, ну, примерно это как бы там то же самое. То есть, цены сейчас стали, ну, просто совершенно неадекватные. Вот, я очень рада, что я влезла в последний вагон. Вот, в 2021 году в сезоне заказывала осенью, заказала практически себе все, что я хотела. Потому что, судя по последним ценам, я, конечно, там, ну, я думаю, все видите, там в легком шоке, насколько они подлетели в 2, а то и в 3 раза. И отдавать там за елочки, там буквально за маленькие саженцы почти по 10 тысяч, ну, это, конечно, too much. Слишком. Ну вот, опять, что я хочу сказать. Да, пришли два саженца. Вот. Это без бирки. А я считаю, что, ну, каждый уважающий себя питомник должен, да, предоставить растения. Понятно, вот. Особенно штамбовые растения, да, обязательно с опорой. Вот, обязательно с бирочкой. Вот, а так, конечно, это... Одно из многих штамбов, которых ко мне пришло, и, соответственно, надо мне самой хлопотать, подбирать палочку, подписывать бирочку, да? Ну, как-то хочется, чтобы как-то все это было. И вот этот штамп, да, ну, еще как-то вот это куда ни шло, но вот этот, да, там 115-120 сантиметров, и без опоры, ну, это вообще, конечно... Это, ну, это безобразие, полнейшее безобразие. Я везла ее, вот, мне даже вот эта вот палочка, да, вот чуть-чуть, вот прям вот, сделал небольшой надрыв, потому что палочка короче, чем штамп, и вот пока ехала, да, вот она терлась, и небольшой надрыв, конечно, случился, что не добавляет
хорошего настроения коллекционеру. Так, вот заказ. То есть это я сказала, по-моему, гель колючая медуза. Очень декоративная форма ели. У нее такие будут декоративные шишечки на концах. Скорее всего, в этом году я эти шишечки не дождусь, потому что елочка проделала долгий путь из европейского питомника. Вот, потом из российского уже интернет-магазина уже ко мне. И, понятное дело, елочка будет в стрессе. Плюс она 3 дня на складе курьерской службы. Потом 2 дня вот она еще ждала в прохладном нашем гараже, пока я поеду на дачу. Поэтому какие-то декоративные элементы от этой елочки вряд ли я дождусь. Вот, а вторая это ель сербская. Берлингенс випер. Вот. Польская что-то. Вот ель сербская, да. Это тоже декоративная форма. Отличается сине-голубой хвоей. Вот. Тоже очень хорошенькая, очень красивенькая. Вроде как здоровенькая. Вот. Тут видно, что это что-то отрезали. Ну, в принципе, очень неплохо. Я бы поставила твердую 5 с плюсом. Соответственно, если бы полностью растения были на опоре. Это, соответственно, с бирочкой. Вот. Так что смотрите, интернет-магазин. О, господи, Подворье. Вот, вот такой пришел ко мне заказ. Ждала его очень долго, с нетерпением. Я безумно довольна. Обязательно в дальнейших видео буду показывать, как будут развиваться мои растюшки. А следующее видео будет сегодня по дороге. Забрала очередной заказ осенний, который вот отправляет сейчас летом из оптхоз. Практически все мои заказы это хвойные растения, потому что я их люблю, я их коллекционирую. Вот. Так что следующее мое видео будет, смотрите, уже распаковка посылки из интернет-магазина Opthost. Всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего настроения. Пока-пока.